вот, всем привет. Сегодня мы снимаем сети. Рыбалка на сети продолжается, но в то же время не заканчивается. О! Две гагары летят. Вот это кадр. Черножопый, да? Смотри. Да. Краснокнижная птица. Вот так вот. Есть еще и уточка. В общем, рыбалка на сети, но мы сегодня ее заканчиваем, так как уже надоело просто-напросто. 5 дней у нас сетки стояли. Рыбу мы наловили вот так на зиму. Хватит. Мошка доливает, хотя вон смотри, какой ветер. Вау. Порывистый ветер. Не знаю, меня слышно, нет? С Александром Анатольевичем мы рыбачим, кто не знает. Вот. Ладненько проверяем сетки. Вау, шпиндель, короче, на озере. Даже тяжело грести. Подгребаемся к первой сетке. Ну да какая разница, к первой? Пусть любой, какой подъедешь, вообще похер. Так, поймали сетку, бляха муха, это же что такое? Хрен удержишься еще. Ну сейчас по бырику ее так прошерстим, походу нету. Это 60-ка у нас. Да. Ну, что-то есть, да? Ну какой? Вот это хороший! Вот это... Смотри, какой край. А тот поменьше. Вот это бомба! Как ты попал сюда? Он еще, кстати, в дыру попал-то. Надо раскрутить пока. Вот так вот. Ох ты, блин. Вот это тяжелый. Да. Но весы-то я не взял, можно было свести. Короче, тут непонятно, где он зашел, Саня. Все перекрутил нафиг. Вот это, блин. Смотри, гай. Угугай. Красавелло просто. Надо пока отцепить. Мне еще тут зажабры. О, все готово. Нахрена? Не чистить все равно. Ее сухой-то проще достать. Буль-буль карасики. Угу. Какой-то сквозь даже пройдет. Вот это волшебник. Ух ты какой! Его вот так хрен удержишь? Только за жабры. Конечно. Голимые мышцы. Столько мяса, бля. Как ни хрен. Готово. Готово. Это все. Есть что. Более-менее. Да. Мы с Тамарой ходим парой. Есть. Так, этот у нас что? Красавел, это как зашел? Так, понятно. Пропустить или пропустить? Проходит вроде. Да. Гой. Ляха-муха. Сетки, вот это вам не хухры-мухры. Тяжелый труд. Да, вообще, такого мы еще не ловили. Я не видел такого еще ни разу. Здорово. Как, не маленький такой, средний тоже. Есть контакт.
берете все. Да, все. Все, сеть проверили, сразу снимаем ее. Ну вот, сетку одну сняли. Сейчас немножко она обтечет, потом ее в пакет. Сейчас проверяем следующую сетку. Да, конечно, ветер очень проблематичный с сетями. Все, сетка тоже, видно, осела, что-то должно быть. Вот она, вторая сеточка. Пока проверим, потом отвяжем. Так неудобно будет. Назад. Да я не могу прибыть за этим весом, я сразу не... Ясное дело, вот они опять гирлянды. Хороший, да? Да, нормальный. Ну, пока пишет, может быть, никого нету. Может быть. Ой, фу. Мошка. Мошка, короче, слышишь? Как раз она тут по ветру мне. В харю лезет. Давай уже отцепляйся. Бляха, муха сильненькая, а. Готово. Этот хрен его знает где. А вот тоже нашел кармашек. Куда он? Ну да. Ну все, все равно снимаем, нормально. Полбочки будет, уже хорошо. Нет, уже побольше. Да. А, ну все тогда. Значит, бочка будет. 20-литровая. Да. На зиму заморозить. Во, бляха-муха. Да, готово. А этот что? Гаврик как залез. Колючий тоже, смотри-ка. Колючие у него эти плавники. Да. Тоже может уколоть, блин. Нехило. Да задолбал ты. Долбится, короче. О, есть. Вот, подплываем к сеточке. Номер. Номер 3. Ну, да, да, поближе чуть просто. Ага, во. Ну, что-то есть уже сорожка. О, хорошая. Не тащи пока. Я знаю, что проходят. Ее проще доставать, чем этого карася. Квадратненький карась. Есть одна. Палочки сразу убираем. Иначе одна маленькая палочка перемотает всю сетку нахрен. Вот еще одна сорожка красавица. А, подъязок? Точно. Я что-то уже настроился на эту сорожку, так думаю, это. Все уже. Я бы наоборот с той стороны лучше стал. Подгребался бы к сети, чем... Фу. Нормально, мошку обгоняет. Подъязок опять. В автоклаве, Саня. В автоклаве. Есть. Ну вон, смотри, сколько и карась есть, и окунь хороший, вот какой. Да, есть что-то, блин. Опять целую бочку тараканить надо будет. Ах ты колючий гад, а! О, неужели достал? Ча, подожди этого, этого надо распутать. Так хорошая, слышишь? Ну да. Такая крупная, блин. Золотой, вкуснейший. Бац. Окунь. Блин, ветер какой сильный, да чудо. Этот-то нормальный. Но еще. Хороший, да, ага. Подожди, Саня. Да я пытаюсь, ты видишь, что сделать. Ага. Ну, подожди, да. Обратно от пружинника. Ага. Отнесет, вот так все, давай. Так, что тут у нас, бля? Ух ты! Да, она на тиге заплавится. Вот это красавица!
ко мне пойдет на заморозку. Ну чё, бля? Ух ты какая! Сейчас подожди, надо как-то еще ухватиться нормально, чтобы не свалило. Так, давай далее. Тоже такая же хорошая. Правда подохла, бля. Подожди, подожди. Сейчас я вырвусь. Подохла, правда, но ничего. Только попали вот. Да. Ты неси меня, река. В натуре. Есть. А нет, там рыба есть еще какая-то. Да. Окунь. Да. Вот гаврик. А сейчас как ливень долбанет. Так. Есть контакт. Есть, говорю, контакт. Достаем груз. Вот край сетки. Все перепутал окунишка-то. Все, ребята, сымаем мы сетки. Эта сетка идеально чистая, просто мусора в ней нет. Да. На глубине стоит. Да, тут глубоко. Это капронка. Палочка, прикрытие. Бляха-муха, груз-то как тащить тяжело. С водой все это дело прудит. Не хочет идти. Веселение разденемся. Вот таким Макаром. Улыбок тебе, дед Макар. Только не сильно, а то я выпаду с лодки. Вот три сетки как раз влезают в пакет. Нормально. Вот так. Бляха-муха. Как же тут все так удобно-то, блин. Все, готово. Пакет-то нежалимый ведь, да? Просто можно было дырочку проткнуть, а то вода копится там. На, держи. Ну все, рыбалка закончена. По сетям, я думаю. Больше, наверное, ставить не будем. Ну вот такой итог у нас получился. Смотрите, 20-литровый бак практически полный. Немного не хватило. Разносортной рыбы. И вся не мелкая. В общем, нормально. Пойдет. Палец. Можно не только палец. Ну что, вот такая рыбалка у нас получилась. Как вам? Нормально? Пойдет? С пивом. В общем, почти полная бочка. Санек, сколько не ловись, рот уже браконьерно. В глазах много. А, это бесполезно. Я даже доказывать не буду. Не буду говорить то, что сети зарегистрированы и так далее и тому подобное. Вот. Рыбой мы довольны. Собираемся. Сети все собрали. В рюкзачке сейчас понесем. Все, короче, на себе таскаем. Никакой техники. Лодку на себе тоже таскаем. Кормим мошку. Нормально. Экстрим полный. Не дома на диване сидеть. Да, это не дома на диване семечки щелкать и всякую хрень писать. Бред полный. Отдыхаем, как можем. Поте лица, да. Ладненько, всем спасибо за просмотр. Удачки и до встречи.